Всем привет, друзья! Вы на YouTube-канале компании Priority Auto, автомобили и спецтехника с аукционов Японии. Как я уже и говорил, Япония славится своей качественной и надежной спецтехникой. И сегодня я вам расскажу, где она продается, как ее купить и сколько она стоит и как таможится. Не быстрый, совсем не быстрый. Тема, да? А данный экскаватор Yanmar VI-040 на 4 тонны мы еще встретили на стоянке еще в Японии, когда вот буквально там были и вот приехали сюда, он как раз пришел и растаможился. Да, тут все будет сложнее. Завелся так же, как и в Японии. Итак, друзья, для начала мы видим, что техника рабочая, может быть, она не в таком красивом состоянии, как после предпродажной подготовки, но самое главное, что техническая часть исправна, и в таком состоянии, в таком виде она закупается на аукционах Японии. Да, есть более хорошие варианты, более красивые, то есть практически не использованные, но они стоят дороже наших сегодняшних экземпляров. Ну и где же купить экскаваторы? Допустим, вот этот
небольшой Ихи, либо уже более внушительный Янмар. А продаются они, друзья, на тех же аукционах, в той же системе они представлены, что и машины. Просто выбираете, заходите даже на наш сайт, который всегда есть в описании, заходите на аукционы автомобилей, аукционы онлайн, выбираете нужную вам марку, выбираете модель, и по вторникам торгуются экскаваторы с описанием. То есть оценка от эксперта, и есть аукционный лист, на котором идет два столбца. И, например, двигатель, строчка, работает, не работает. Отметка, допустим, не работает, неисправен. И чуть дальше пояснение к этому замечанию, что именно в двигателе неисправно. Поэтому по вторникам вы можете купить технику с прозрачной историей. По четвергам торгуются, допустим, экскаваторы без описания. Там стоит, что претензии не принимаются, описания нету, и вы покупаете технику как есть, что видите на фото. Но на таких аукционах, на таком аукционе в этот день, в четверг, можно купить технику немного дешевле. Допустим, если она вам нужна на продажу, вы ее покупаете подешевле, подготавливаете, продаете. И тут первый этап цены – это цена на аукционе, за сколько вы его купите на данном аукционе, данный лот. И это первая часть итоговой стоимости, допустим, экскаватора. Также во вторник и четверг могут торговаться не только экскаваторы, может еще дополнительно торговаться какая-то небольшая техника, на примере нашей сегодняшней тележки, к которой мы перейдем чуть позже. Подобные экскаваторы, вот такие тонники, до тонны, они могут продаваться примерно от 200 тысяч йен и до 800, и иногда даже больше. Все зависит, конечно же, от марки, модели. И цена на аукционе, я бы сказал, это самая понятная часть цены техники, в принципе. Далее у нас начинается движение по Японии. По Японии все зависит, конечно же, от размеров экскаватора, допустим, того же. И доставляются они по Японии не так, как автомобили, не автовозами, не трейлерами, куда грузится по 10 машин, а специальными отдельными платформами, куда загружается именно эта техника. И стоит доставка по Японии, и также все сборы, они обходятся обычно как минимум раза в два больше, чем на автомобиль. Примерно там от 90 тысяч йен и до 160, а если это касается огромных экскаваторов, там 10-тонники и больше, там цена может по Японии доходить и до 500 тысяч йен. И цена вообще от спецтехники, она просто... разбег идет очень большой. Но если мы берем, допустим, такой небольшой экскаватор, доставка, там все расходы, они примерно там в два раза больше, чем на автомобиль. Ну а если мы переходим к этому экскаватору, то уже цена начинает расти, потому что он уже как минимум в три раза больше, ну и цена начинает уже ползти вверх в расходах по Японии. Ну и, соответственно, цена на самом аукционе на такие экземпляры начинается примерно от 1 миллиона, 1 200 000, и опять же пошли вверх, за 2 миллиона йен продаются и выше. Итак, у нас есть небольшая техника, у нас есть японская часть. Это цена на аукционе, допустим, экскаватора. Расходы, которые начинаются по Японии примерно от 90 тысяч йен и пошли вверх. Все зависит, еще раз говорю, от размера, поэтому, как я говорю, индивидуально все считается в зависимости от того, что вы хотите купить. Это либо это маленький экскаватор, либо это 4-тонник, и либо вам нужны все 10 тонн. Вот. Дальше у нас идет следующий этап, это доставку. Мы прошли доставку по Японии, оплатили все сборы аукциону, доставили на стоянку нашу в Японии, и дальше все идет в Россию. У нас следующий этап оплаты – это фрахт до Владивостока. То есть фрахт – это доставка техники на корабле. И там начинается сумма, опять же, примерно, если от 200-300 долларов. И пошла, опять же, выше в зависимости от размеров техники. Ну, на примере небольшого какого-то экскаватора, фрахт его до Владивостока, он обходится как доставка машины на том же корабле. А если уже идет какой-то экскаватор, который в два раза больше, в три, там уже цена, опять же, начинает ползти вверх в зависимости от его размеров.
Дальше, по приходу в Владивосток, начинается самая непонятная часть для людей, которые не занимаются оформлением, не занимаются декларированием. Это сама пошлина. Сама пошлина начинается на тоннике примерно от 60 тысяч рублей. В эту сумму входит сама пошлина, которая там начинается от 35 тысяч, 40 тысяч. И оформление само, досмотр, подготовка документов самих и итоговую сумму на небольшие экскаваторы, такие тоники, мы получаем примерно там от 60 до примерно 85, чуть больше. И еще есть момент, если техника попадает на взвешивание, опять же туда включают стоимость взвешивания, да, в порту эта услуга платная. То есть если вам решают взвешивать технику, почему взвешивается техника? Если данный экскаватор, к примеру, весит 950 килограмм, а мы там подаем 800 килограмм, и у инспектора таможенного возникают сомнения в весе данного экскаватора, да, и он его взвешивает. Но чаще всего это происходит не на отдельную технику, а на весь корабль. Если инспектор решает, что нужно взвешать все, взвешивается весь корабль, и все попадают под эту гребенку. И если технику взвешивает, то она в разы, не в разы, но значительно дороже получается именно по самой пошлине. Потому что за фактический вес вы отдадите больше пошлину, чем подаваемый в декларации обычно. Ну а что касается нашего более крупного брата, 4 тонны, то есть если этот экскаватор у нас до тонны, то этот экскаватор весит почти 4 тонны, и за него пошлина с досмотром, с взвешиванием, со всеми декларациями вышло 250 тысяч рублей. Даже там 250 с чем-то, с копейками вышла пошлина. Но это пошлина за ГТДшки. То есть документы, которые позволяют вам перевозить технику с одного места на другое место. Это не значит, что вы с этими ГТДшками можете пойти и оформить данную технику. Раньше завозили, оформляли, но просто бешеные сборы, бешеный утиль сбор. И просто перестали возить технику с этими документами, чтобы она там официально зарегистрирована была. Грубо говоря, сейчас она завозится как запчасти. Ну и после того, как вы примерно поняли, как складывается пошлина, последний этап — это комиссия компании, которая занимается подбором этой техники и всем оформлением, везет, то есть сопровождает весь этот процесс, как на примере нашей компании. Комиссия компании составляет 20 тысяч рублей. У кого-то она больше, у кого-то меньше, но в целом комиссия компании — это конечный этап общей стоимости вашего экскаватора. Как же оплачиваются все эти суммы? Есть предоплата. Если вы не сами там едете в Японию, не участвуете сами на кнопке, то есть предоплата, которая вносится либо на расчетный счет компании, либо наличными. Далее оплата всей японской стороны и доставки до Владивостока, она оплатиться может также либо наличными, либо напрямую в Японию. Ну и последний этап — это пошлина со всеми вот этими досмотрами, она оплачивается обычно наличными. И комиссия компании, опять же, по желанию, либо наличными, либо на расчетный счет. И вы в итоге получаете технику здесь, во Владивостоке, забираете. Либо мы ее сразу с порта вывозим на отправку. То есть мы не делаем это обычно, то есть на нашем, опять же, примере, мы не делаем это так, что мы сначала вот привозим ее на стоянку, потом мы везем ее на отправку. Нет, просто вот сегодня вывезли, чтобы показать вам, рассказать, и мы повезем ее дальше на отправку. Есть транспортные компании, которые сами забирают даже. И как вот заберет транспортная компания вот этот четырехтонник и сразу его отвезет к себе на стоянку, откуда он уже на платформе отправится в Москву. То есть доставка, как и в случае с машинами, осуществляется в любой регион нашей страны. Друзья, как я вам уже и говорил, я обожаю японскую технику, я не просто так сюда выкатил, я мог там на месте, где она стояла, рассказать, но я больше люблю практику, я люблю ездить на ней, я люблю пробовать, как она себя чувствует, в каком она состоянии находится, и поэтому я вот выехал, опять вам показал, что все это наглядно работает. Еще раз вам продемонстрирую данный экскаватор. Напоминаю, это Yanmar VI 040, 4-тонник.
Стрела. Стрела у него, кстати, независимо от кузова может двигаться. Но здесь я, в принципе, я его проверял уже в Японии. То есть, когда мы были на стоянке в Японии, об этом тоже есть видео, как мы показали нашу стоянку, ну, точнее, куда приходят автомобили и спецтехника в городе Таяма. И вот там был этот экскаватор. То есть, я его уже успел проверить там. Но здесь еще вот вам наглядно показать. Ну такой нелегкий, прям 4 тонны, прям чувствуется. Даже на 3 тоннах не было так. Лезвие у нас также опускается, поднимается. Ну и движение мы уже проверяли. Поставим на место сразу его. Паркуемся, как на машине. Как игрушка играешься, как в детстве на этом, на экскаваторе, то же самое. Ну, конечно, когда ты, наверное, это делаешь каждый день где-нибудь на карьере, мне, наверное, вкатывало бы прям роешь. Но экскаватор это, наверное, одна из любимых техник японских. Вот, экскаваторы японские мне очень нравятся. Так, итак, загоним второй сейчас сюда и посмотрим нашу другую технику, и еще один момент я расскажу про пошлину. О, кстати, фонарик есть. Не работает. Здесь, кстати, тоже независимо стрела может крутиться. Вот эта небольшая техника у нас, она... У нее севший аккумулятор был, но мы его сейчас прикурим. Но тут проблема в том, что, видимо, топлива нету. Так. О, завелся. Так, спасибо большое. Отлично, друзья, завелся. То есть, я думал, даже не сможем его в действии показать. Это тележка.
самоходная. Прям так шумит, что мне такое ощущение, как будто меня даже через микрофон не слышно. Сейчас я закрою аккумулятор. Ручник есть, все дела, как положено. А вот тормоз. Такая вот незамысловатая техника. У нас вот этот человек, который ее приобрел, уже второй раз берет что-то интересное. Я надеюсь, меня сейчас слышно. Но пробовать эту технику гораздо интереснее, чем просто про нее рассказывать. Друзья, вот такая японская тележка. У нее три передачи, четвертая задняя, довольно такая своеобразная. Если она вот такая вам нужна, то есть без проблем. Не так часто их встретишь, но вот они тоже появляются. Такие часто тележки еще продаются не только на обычных аукционах. Если вот вы экскаваторы, допустим, чаще всего найдете себе хороший именно на обычных аукционах, где мы их покупаем, где торгуются машины. А такую технику можно еще найти на Яхе. Есть аукцион Яха, все о нем знают. Такая техника, экскаваторы, там довольно дорого стоят. Дешевле их купить на обычных аукционах. А вот подобная техника довольно часто продается именно на Яхе и реже встречается на аукционах, где продаются экскаваторы. И ее можно, в принципе, за приемлемые ценники купить. Данный экземпляр весит порядка 400 килограмм. И пошлина на него вышла со всеми, опять же, досмотрами и так далее. 42-45 тысяч рублей, и вот тот момент, когда есть тот факт, который влияет на пошлину. Три факта, точнее. Это год, марка техники и, опять же, ее вес. Данный экземпляр обошелся со всеми досмотрами, проверками, взвешиванием и пошлиной в районе 42-45 тысяч рублей, где половина, это эти досмотры и так далее, сама пошлина тут составила около 23 тысяч рублей. То есть по пошлине, именно по самой пошлине, такая техника вообще недорого выходит. Но опять же, на нее есть только ГТДшки для перемещения с места на место. Вот так, на дорогу выехать, вас остановили, все. На штрафстоянку нельзя на ней передвигаться. То есть. Да, вот такая своеобразная техника. То есть аукционы Японии блещут просто разнообразностью техники, которую вы можете привести. Ну и плавно переходя к еще одному виду техники, это фронтальный погрузчик от Toyota Bobcat. И еще момент как раз на примере него я могу рассказать. Если вот этот погрузчик, он японский, он выходит дешевле Bobcat, который производился там в Америке. Есть у них шильды, на которых написано Made in Japan. Если там написано Made in Japan, то техника по пошлине выйдет дешевле, чем на этом шильдике будет написано Made in USA, и сразу цена подрастает там, опять же, не в разы, но чувствуется. Вот на данный момент у нас погрузчик примерно весом тонна 300, и он вышел со всеми, опять же, досмотрами и так далее, 112 тысяч рублей, что дороже получается экскаваторов, но незначительно. И также в данный момент идет Bobcat, но уже Made in USA, и он в 2-2,5 раза тяжелее. Он выйдет дороже, чем на примере вышел бы фронтальный погрузчик от Toyota Made in Japan. Поэтому, друзья, это
фактор, который повлияет на пошлину. То есть провозы, цена на аукционе, все это также, все то же самое. Провозы на корабле, комиссия компании, это все то же самое. Эта шильда Made in USA повлияет только на саму пошлину. Данный погрузчик мы уже не сможем завести, у него тоже севший аккумулятор, но, к сожалению, провода наши от большого друга не дотянутся. Но как факт, то есть вся техника покупается на одних и тех же аукционах. Есть разновидности техники, которые продаются на Яхе. Есть также закрытые аукционы, закрытые площадки. Закрытые они не просто какие-то закрытые аукционы, а просто их не видно в российских системах. И их можно посмотреть в Японии, там без проблем. Мы когда ищем что-то, если что-то на тех стоянках выстреливает, мы предлагаем. Но опять же, там оно бывает гораздо дешевле. Самый выгодный вариант покупки... Он с обычных аукционов, где торги идут на кнопки. Если вам что-то нужно, что-то эксклюзивное, то, возможно, вам подойдут эти закрытые площадки, аукционы Яха. И там же, опять же, можно сразу их купить. То есть взял и выкупил. А на данных аукционах, на обычных, где торгуются и автомобили, вы ограничены тем, что выставляет аукцион. И нужно ждать тот экземпляр, который вам именно нужен. Ну и опять же, техника... Как и автомобили, как и мотоциклы, все, что мы это привозим, оно везется как и на продажу на рынок. То есть это покупается, подготавливается, красится, что многие хотят взять вот готовое уже. И они идут на рынок, покупают уже красивый, покрашенный, готовый к эксплуатации. Возможно, вот этими вариантами где-то нужно заняться и привести их в должный вид. Ну, опять же, если вы хотите их продать. Если кто-то берет для себя, даже бывает не приводят там в красивый вид, зачем я буду сам на нем работать, и просто работают. Так же, как и с машинами, так же, как и с мотоциклами. Берут для себя и пользуются, либо берут на продажу. Поэтому, друзья, как и во всех видео, под этим видео будут ссылки, опять же, на наши сайты, на аукционы Японии, куда вы можете зайти, посмотреть, какая техника выставляется, оставить заявки на просчет интересующей вас техники. То есть вам подскажут специалисты, сколько техника интересующая вас стоит, в данный момент торгуется она, либо ее нужно подождать. Все ссылки, они всегда в описании. С каталогом все было сложнее. У нас есть каталог с итоговыми ценами и статистики на автомобили, с техникой. Все, опять, друзья, сложнее из-за того, что на разные модели, на разные веса, на разные года, на разные марки, разная пошлина, провоз и так далее. Поэтому, к сожалению, там есть только японская стоимость, все остальное это уже рассчитывается индивидуально на каждый тип, год, марку техники. Ну а я, в свою очередь, рад был снова попробовать японскую технику. Моя работа связана только с привозом техники, но не с ее эксплуатацией. Поэтому спасибо вам, что даете мне такую возможность попробовать ее, пощупать, подергать рычаги. Может быть, когда-то мы даже возьмем экскаватор и поедем, не знаю, какой-нибудь огород, поможем какой-нибудь бабушке выкопать здоровенную траншею и посмотрим на это все дело. Но надеюсь, это сегодняшнее видео было вам полезным, ознакомительным, поэтому не забудьте написать свой комментарий, поставить лайк. Всем спасибо за просмотр. Я всем желаю удачи. Пока. Priority Auto. Автомобили и спецтехника из Японии. Напрямую с аукционов, без посредников и переплат. Полное сопровождение от подбора автомобиля, надежной доставки до оформления документов. Звоните 248 55 15.